Всем привет! Сегодня очередное видео из серии «Мои посылки из Китая». И сегодня получила я вот такой мелкий пакет. Заказывала товар в магазине AliExpress. И сейчас я его вскрою на ваших глазах и посмотрим, что там находится. Да, вот так неаккуратно я вскрываю, но это нас особенно не волнует. Не должно волновать, так как самое главное, что должно нас волновать, что же находится здесь внутри. Так, товар достаточно хорошо так упакован. Итак, скотч сейчас разрежем. Такую мягкую оболочку. И что же мы здесь видим? А здесь я заказывала вот такую лейку для душевой кабины. Вот так выглядит леечка для душевой кабины. Здесь знаю, конечно, такой колпачок, он, наверное, снимается, и там, да, здесь уже находится такая прокладочка. Вот, посмотрите, с какой сеточкой. Накручивается на шланг, вы получаете удовольствие от того, от чего, от того, что вот здесь находятся такие мелкие-мелкие отверстия, которые распыляют воду под большим напором. Происходит экономия воды. Это раз, и во-вторых, удовольствие от того, что вы получаете мощный душ. Такая аккуратная леечка, очень легкая. Весит она всего лишь 120 грамм. Аккуратно сделана, без каких-либо дефектов. Замечательный продавец. Очень аккуратно и удобно держать в руке. Просто сама лейка льнет в руку. Так пока что мне все нравится. Такая пластиночка, она очень гладкая, и здесь такие мелкие-мелкие отверстия для того, чтобы распылять воду. И вот здесь такой пластмассовый ободок. Не знаю, сколько прослужит мне эта лейка, но думаю, что приятно будет ею пользоваться все-таки. Ну и в принципе сделано все аккуратно. В общем, всем рекомендую такую лейку, заказывайте. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!